Всем привет, с вами Андрей. Как быть безработным в Германии? Я был безработным 2 недели, с 1 апреля по 15 апреля. С 15 апреля я уже нашел работу, проработал полмесяца, получил зарплату. Так вот, за 2 недели, то, что был безработным, до сих пор я деньги не получил. На дворе уже 7 мая. Как мне сказали, выплаты производятся за прошедший месяц. То есть, если ты в апреле был безработным, то ты должен получить 1 мая пособие за прошедший месяц. То есть, у меня это 2 недели. Прошла неделя, я позвонил в пятницу, говорю, ребят, ну, как бы, мне деньги сильно не нужны, как бы, они есть у меня. Просто мне интересно стало, когда я получу свои законные копейки за 2 недели, что я не работал. Самое интересное сейчас, ребята, не надо бегать с бумагами, все есть в электронном виде, ты можешь отослать в одно нажатие мышки, они это все принимают сразу, обрабатывают. Документы я еще дал 1 апреля, у них был целый месяц посчитать и перечислить мне мое пособие. Позвонил в пятницу, они говорят, так, да, мы получили ваши бумаги, все в порядке, все отлично. Сейчас наши бухгалтера будут считать, и, может быть, вы когда-нибудь, когда все будет пересчитано, получите свои деньги. Отлично, ребят. Прошел месяц и неделя. Ладно. Мне без разницы на эти деньги, потому что как бы у меня все нормально, кредитов нет, денег хватает. А как быть тем людям, которые потеряли работу, а надеются на это пособие, им платить за квартиру, а Arbeitsamt, то есть ведомство по трудоустройству, которое производит выплаты, до сих пор считает ваше пособие и вы ждете. Вот как им быть? Вот это вопрос меня, конечно, интересует. Ну, я не думал, что так это долго будет все длиться, потому что, ну, мне казалось, в наш интернет-век должно быть все быстро и бесполезненно, но не так, чтобы ты ждал 1,5 месяца, грубо говоря. Так что я был удивлен, как они работают. И хорошо, что я у них всего лишь 2 недели был безработным. Вот. Так что вот такой у меня опыт с этой организацией, ребятушки. С вами был Андрей, подписываемся на видео. Всем пока.